Ну что, как все, фу-фу-фу? Ты молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. За мной не останавливайся. Охрана! Легендарный подземный комплекс Д-6. Грандиозные склады, которые ловятся от еды, лекарств и оружия. Там хватит консервов, чтобы рейх был сыт 100 лет. Там достаточно оружия, чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценных. Господин Штурман! Черт подери! Перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Найди! Немедленно! Блядь! Стреляй! Вон они! Стреляй! Хватит этих стрелять! Шпионы! Сюда! Артем! Скрыть! Огонь открывать! Прекратить огонь! Нам удалось невозможное. Теперь моя задача предупредить Орден, что Черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда Черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию. От Полис, в штаб Ордена. Павел покажет дорогу. Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвем, больше некуда. Ты как там, живой вообще? Молодцом, Роник вещь. Черт, тупик! А ну, держись! Ну все, приехали. Делать нечего, дальше на своих двоих. Айда за мной! Что за туннель? Ни на одной карте его не видел. Давай тут поосторожнее, рейх все же. О, труба! Артем, давай сюда! Опа! Так, ты подожди, а я гляну, что там. Чёрт! Эй, чё за... Шпион! Хватайте его! Ты смотри, какой ловкач! А ну, мужики, тащи его на пост! Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост! Проверьте свой сектор туннеля! Повторяю, проверьте свой сектор туннеля! Принято! Проверяем!
Черт знает, что творится. Одного взяли. А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыкотно, а надо. Иначе... А что ты? Такое? Кому не так, а вот он Thank you.
зарылась. Магазин! Коммунякам стрелять без команды! Красный положительный!
Убить эту сволочь! А? Что? Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить.